Как относитесь к Артемию Лебедеву, его деятельности в дизайне и в Рутубе? Нормально. Я лично с Артемием Лебедевым не знаком. Знаком с дизайном. Дизайн, на мой взгляд, отличный. Я, опять-таки, не дизайнер для, так сказать, выноса профессиональных оценок. Ну, то, что я видел, лично мне нравится. Да. Видно, стукнул раз. Специалист, видно по нему. Вот Артемий специалист. Деятельность в дизайне, я не понимаю, какая у него деятельность в дизайне. Ну, кроме того, что я вижу. Я за работой не слежу, то есть такая деятельность в целом оценить не могу. Наверное, хорошая, стоит крепко Артём Лебедев и Артемий, наверное. В Рутубе ему ж тоже забанили канал на Ютубе. Тут сочувствие только могу выразить, потому что ну, как-то некрасиво совсем. При этом Артемия Лебедева заподозрить в каких-то этих... я не знаю, коммунистических взглядах, как меня, невозможно. Интересные вещи говорил. Зачем забанили? Загадка. Ну, если ты не против России, то тебя точно забанят.